Друзья, в этом коротком видео я расскажу вам о том, как можно обрезать ваше видео, начало и конец видео, минуя канал YouTube. Почему это может пригодиться? Мы можем использовать в своих курсах видео, аутентичный видеоконтент или включать в свою презентацию еще чьи-то видео. И если мы это делаем, и мы нарушаем таким образом авторские права, то канал YouTube может запретить нам вообще работать с этим видео на сайте и может даже наказать нас или прислать предупреждение, что мы нарушаем авторские права. Поэтому, чтобы не возникало таких сложностей, можно воспользоваться сайтом onlinevideocutter.com, onlinevideocutter.com. И достаточно легко отредактировать здесь видео. И я хочу сказать, что функционал у этого сайта, у этого сервиса гораздо больше, чем у YouTube. Итак, что важно помнить, что данный сайт позволяет вам работать с видео, которое не превышает 500 мегабайт. Итак, скачать. Не больше 500. Друзья, в этом видео я расскажу вам о том, как можно обрезать начало и конец вашего видео, минуя канал YouTube. Почему это может пригодиться? Если в вашем видео содержится еще чье-то видео, или вы хотите обработать чье-то видео, защищенное авторскими правами, то канал YouTube не позволит вам загрузить такое видео на сайт. Так вот, чтобы избежать таких сложностей, можно воспользоваться сервисом onlinevideocutter.com, который совершенно бесплатно поможет вам работать с видео. И функционал этого сервиса гораздо больше, чем функционал, в некоторых случаях, чем функционал YouTube. Итак, максимальный размер файла 500 мегабайт, и это важно. Вы можете закачать видео из Google Drive, с Google Диска или по ссылочке, но ссылки YouTube здесь не работают. Либо просто загрузить файл из вашего компьютера. Открыть файл. Открыть файл. И я выбираю Данное видео посвящено работе в YouTube и друзья, в этом коротком видео я расскажу вам, как можно обрезать начало и конец вашего видео, минуя канал YouTube. Почему это может потребоваться? Канал YouTube очень жестко следит Друзья, в этом видео я расскажу вам о том, как можно обрезать начало и конец вашего видео, минуя канал YouTube. И минуя видеоредактор, да, то есть сделать это можно быстро, бесплатно и достаточно просто. Почему это может потребоваться? Дело в том, что канал YouTube очень следит за авторскими правами, и в этом отношении это очень строгий канал, и если вы, в вашем видео будет содержаться еще чье-то видео, защищенное авторскими правами, то канал YouTube просто не позволит работать вам с этим видео, закачать его на сайт. Вот в этом случае вы можете воспользоваться сервисом onlinevideocutter.com. Работать здесь очень легко, однако есть определенные ограничения. Во-первых, вы не можете загрузить сюда файл, который превышает 500 мегабайт. Вы можете загрузить видео с Google Drive по ссылке, но не по ссылке YouTube, или просто закачать файл из вашего компьютера. Но помните о размере файла. Сейчас файл загружается, то есть это работает для небольших видеофайлов. Пожалуйста, вы видите так называемый таймлайн.
Вот эти голубые индикаторы как раз-таки показывают ту область, которую мы сохраним. То, что находится за пределами этих индикаторов здесь и здесь, это будут части, которые будут обрезаны. Очень настоятельно рекомендую все-таки включать видео, если перед тем, как вы его хотите обрезать. Видео посвящено, чтобы понять, выбираем вот этот маячок, поставили его здесь, и давайте убедимся в том, что этот маячок тоже поставлен правильно. Угу, ставим индикатор. Вот таким образом мы обрежем наше видео. Что еще предлагает эта программа? Это очень интересная функция. Вы можете обрезать кадр. Что-то хотите убрать. Может быть, где-то адрес ваш возникает, или фамилии людей, которые не должны фигурировать в этом видео, или просто часть экрана, которую вы хотите убрать. То есть таким образом вы можете менять кадр, его размер, и это тоже очень интересно. Вы можете также поворачивать ваш кадр, вам необходимо, чтобы сцена была вертикальная, горизонтальная, а сцена у вас идет вертикально или наоборот. То есть вы это можете сделать. Мы вот так устанавливаем. Угу. И все. Это мы завершили процесс. Но вы можете сохранить видео в разного качества, в разном формате. Вот смотрите, формат MP4, FLV и так далее. И, пожалуйста, 720, 480, 1080, максимальное качество. Но давайте ограничимся 720, наше стандартное качество. Формат MP4 нам подходит, обрезать. И сейчас буквально за несколько секунд видео будет обрезано. После завершения обрезки вы можете скачать ваш файл на компьютер, это очень быстро происходит. Вы можете сохранить его сразу в Google Drive или в Dropbox. Вы можете обрезать этот файл еще раз или обрезать еще один файл. Вот такой замечательный сервис. Надеюсь, что он поможет вам.